Всем привет, с вами Снежок, и сегодня будем играть в Майнкрафт. Вот видите, если вы могли заметить это дерево, то мы будем играть не просто в Майнкрафт, а в магический Майнкрафт с модом Даункрафт. И, ну, и там Билдер Форест, и я не помню, что там какие-то еще, всякие руины будут, короче, добавляться. Ну, наверное, пойдем сейчас посмотрим то дерево. Сильвервуд, кажется, называется. Блин, только немножко лаги, я не знаю из-за чего. Только что играл, все было отлично, проверял. Ничего не лагало, а сейчас вдруг лаги начались. Ух ты, блин. Хорошие цветочки. Отлично. Ладно, это мы потом, наверное, срубим. Пока что будем дом строить. Так сказать. Ой! Ой, простите. Сейчас, секундочку. Нифига себе. О, блин. Да, это я просто, ничего страшного. Ногу себе придавил сильно. Вот сейчас линия такая появилась, болит. Надеюсь, меня хорошо слышно. Микрофон у меня плохой, конечно. Теперь нужно буду покупать. Сейчас срубим это деревцо, так. Что за отклонение? Так, сразу буду рассказывать. О, вон. Как видите, в каждом блоке есть аспекты. Ну, не блоки, в каждой вещи, вот это сверху появляется. Разные аспекты. С помощью них можно потом будем варить разные штуки, короче. Ну, как хотите, будем делать в том крафте разные штуки. Для начала надо дом построить. Булыжника накопать, сделать домик. Сразу говорю, я никак все, ну бы я буду, не буду коробку строить, сразу начну красивый дом строить. Возможно, кто знает такого человека, как Дениска. Угрюмый гном. Вот. Как бы я его посмотрел, его видео. Ну, мне понравилось, как бы сказать. И я тоже начал снимать по этому моду. Мне как бы это нравится. Мне, конечно, оно вылаживаться долго будет, но зато вы это, не жалейте, ставьте лайки на канал, подписывайтесь. Мне очень поможет. Я, как видите, начинающий, как бы так сказать. Поэтому мне поддержка нужна. Так что я вас прошу, пожалуйста, поддержите меня. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Так. Тут хорошо, что много коров. Мы сделаем загончик небольшой. Нам кожа нужна очень будет. Я, поскольку там крафтера знаю, разобрался уже с ним полностью. Нам нужна будет кожа. Так. Все отлично. Сейчас. Так, пойдем. Я, наверное, дом буду строить по вот этой вот полянке. Тут так много места, хорошо. Тут и рядом Сильвервуд, и речушка. Вот тут, короче, и будем строиться. Так, что я парюсь, честно. Сразу здесь, блин. Что я тут верстак ни разу не сломал? Так. Сразу сделаем себе... Что это? А ну-ка. Ладно, какая-то фигня. Не знаю. Сейчас сделаем кирку. И топорик, конечно. Все, первые эти готовы. Сейчас накопаем здесь. Простите, у меня вас немножко корло.
немножко приболел. Ничего страшного. Так. Все, отлично, сейчас пойдем накопаем камни. Здесь не хватает, знаете, какого мода? Я, возможно, потом сюда добавлю. Мод до этого. Который рубит деревья с твоим ударом. Возможно, так и сделаю. Да, я так и сделаю, потому что деревья сразу так и рубить будет быстро. Хопс. Хотя, может, тут есть, я не знаю. Сейчас посмотрим. Блин, сейчас мне фигово видно, просто солнце светит. Немножко экран отсвечивает. Ё-моё. Сейчас. Когда вот так сделаю, чтобы солнце не светило в глаза, сейчас. Перенесу немножко вот так, ноутбук. О, так-то лучше. Намного лучше. Все, вот здесь начинаем. Строй дом. Да лаги, уберитесь вы. А ну-ка, проверим, есть вот этот мод. Нет, это очень плохо. Где тут это рубить? Ну, ну что, хорошо-то что? Нет, ничего нету хорошего. Ничего не хорошего. Надо будет добавить этот мод. Все, сейчас. Росток выпадет. Надо сразу где-то коровы. Парочку убьем коров. Иди сюда. Стой ты. Стой. Все равно, ну блин, ты что малое мясо мне не дал? Иди сюда ты. О, это молодец. О, отлично, росток упал. Ладно. Все, начнем строить. Значит. Потом еще выровняем, потом сделаем загон для коров. О, как ненавижу эти лаги. Я им все тихо. Давай, FPS. Повышайся. О, отлично так. Здесь, наверное. Так, раз, и раз, два, три, четыре, пять. Дальше, ауч. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, это много вообще-то, ну ладно. Два, три, четыре, нам еще до гейтмур найти. Видите, вот в Сильверводе есть два аспекта магии. Ну, в общем, тут эти деревья неважные. А если гейтмур найти, то там один сундучок есть. И там, возможно, тоже что-то будет. Какие-то плюшки. Ой, я уже потерялся. Тут этот есть? Ага, отлично. Мы сейчас метку дома поставим. Ой, куда идти, ё-моё. А вот. Уже темнеть начинает, сейчас будем обороняться от этих. А, стоп, кстати, надо посмотреть, а то у них мумия не стоит. А не тормал, все отлично. Только кто-то не посмотрел, что у меня стоит. Так, и... Пускай жарится.